Церковь оставлена в мире, чтобы совершать Евхаристию и спасать человека, восстанавливая его евхаристичность. Но Евхаристия невозможна без церкви, то есть без общины, знающей свое уникальное, ни к чему не сводимое в мире назначение – быть любовью, истиной, верой и миссией, всем тем, что исполняется и явлено в Евхаристии, или еще короче – быть телом Христовым. Евхаристия объясняет церковь как общину, любовь ко Христу, любовь во Христе, как истину, кто Христос, и как миссию, обращение всех и каждого ко Христу. Другого назначения, другой цели у церкви нет, нет своей отдельной от мира религиозной жизни, иначе она сама делается идолом. Она есть дом, из которого каждый уходит на работу и куда каждый возвращается с радостью, чтобы дома найти саму жизнь, само счастье, саму радость, куда каждый приносит плоды своего труда и где все претворяется в праздник, свободу и полноту.